Жители Братска пройдут бесплатную диспансеризацию. Все желающие в возрасте от 21 года смогут обследоваться у узких специалистов. Осмотры направлены на выявление самых серьезных заболеваний – сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных, а также сахарного диабета и туберкулеза. После обследований человека по состоянию здоровья определяют в группы с низким и средним риском развития заболевания, с высоким и очень высоким риском развития болезни или с доказанным заболеванием. Отслеживать изменения можно будет раз в 3 года на подобных осмотрах. Всего по Братску и району обследуют около 50,5 тысяч человек. Для записи сначала обращаются к участковому терапевту. Он проинформирует о возможностях и необходимости медосмотра. На обследование нужно взять страховой медицинский полис и паспорт.